Как зовут тебя, из какого ты региона? Я с региона, с Донбасса. Сколько областей в Украине? По-моему, 52. Прикольно. Почему не вступили в Евросоюз? Потому что, начиная с апреля 2014 года, на территории Донецкой и Луганской области появились пи***сы из России. Это не влияет, это только НАТО. Великий политолог. Я уже в России, у нас уже вопрос снят. Это нам рассказывает товарищ из типа Донецка, находясь в городе Клин. Здравствуйте. Здорово, здорово. Как дела? Ой, все нормально. Можно не ругаться? С Украины. Говорю, с Украины. Я говорю, ненормативную лексику можешь не использовать? Не, могу. Сразу договоримся. Сразу договоримся. Я не употребляю ненормативную лексику. Ты тоже. Ты только что сказал уже. Все, договорились. Может, извинишься за то, что ты сказал? Я же говорю, не употребляем ненормативную лексику, правильно? Извиниться не хочешь за то, что ты употребил ненормативную лексику? Нет. С хуй? Ну, все. Равенство. Такое себе. Как зовут тебя? Ты откуда? Ой, ну, я к тебе первым обратился, правильно? А это было обращение. Обратись еще разочек. Давай, еще раз обращусь. С какого региона Украины ты? У нас нет региона. Ну ладно, область. Я не из области, из города. А город к области не имеет значения, да? А скажи мне, пожалуйста, насколько хорошо ты знаешь Украину? Сколько областей в Украине? По-моему, 52. Прикольно, зашибись. Я не знаю, я так. Столица Украины? Киев. О, молодец. Я из Киева. Меня зовут Александр. Я понял. Как зовут тебя, из какого ты региона? Я с региона, с Донбасса. Да-да! Прикольно. Регион Донбасс, город? Донецк. Донецк. Сейчас в Донецке. Кстати, зовут тебя как? Евгений. Евгений. Сейчас в Донецке? Да. Как дела? Евгений в Донецке. Ну, как обычно, мы к чему ушли, к тому пришли. Полтора года уже в составе России. Вы, так, да, Евросоюз. Евгений, как только вот закончим всю эту ситуацию с вами, россиянцами, нет, так нет, и вступим. У вас не было этой ситуации с 2014 года. Чего не взяли в Евросоюз? Давай обсудим, кстати, ситуацию в 2014 году. Ну, Почему не было ситуации с 2014 года? Какая ситуация? С чего началась вся проблематика между Россией и Украиной и в каком году? Вы подписали все договора с Евросоюзом. Евгений, мы сейчас обсуждаем ситуацию между Донецкой и Луганской областью. Да, ты же из Донецка. Подписали. Я уже в России. У нас уже вопрос снят. Разговор за вас. Я говорю. Самый простой ответ. Так. Вы почему не вступили в Евросоюз? Подписали все договорные обязательства. Потому что, начиная с апреля 2014 года, на территории Донецка, Донецкой и Луганской области появились пи***сы из России. Это не влияет, это только НАТО. Это если в НАТО вступать, тогда военный конфликт влияет. Европейская ассоциация... Великий политолог. ...не имеет никакого отношения, сразу отсекаю. Нет, это не отсекаешь, это ты себе мозг отсекаешь. Нет, это не в этом вопрос. Не в этом вопрос? А расскажи мне, в чем вопрос? Вопрос в том, что вы, как обычно... Попытались морковку заглотить раньше времени, а морковку надо глотать, знаешь когда? Ну, судя по твоим зубам, ты знаешь, нам расскажешь, я пожалуйста. Говорю, морковку надо глотать, знаешь когда? Рассказывай. Когда можно... Знаток по морковке. Поэтому вас, да, в 2014 году вот так прокатили возле Майдана, товарищи. Знаешь, какие так, товарищи? Так. Это нам рассказывает товарищ из типа Донецка, находясь в городе Клин. А знаешь такого товарища еще? Очень интересный, в Донбассе был. Евгений. Евгений. Поэтому скажи, тебе... Евгений. Вы когда... Евгений, смотри, какая херня. Программа «Открытый микрофон». Я понимаю, что ты очень бы хотел не поучаствовать, но не... Если ты хочешь вести с собой диалог со мной, да, не надо показывать два пальца, которые были у тебя в жопе. Будь любезен, заткни, сейчас. Вот, заткни. Это то, что ниже носа, да? Вот два пальца, да, два пальца. Один палец можешь засунуть себе в вторым, да, можешь два пальца засунуть. Не хочет. Чуваки из, ну, вы видели, из какого он города, там про Донбасс не пахнет. Это просто очередной д***ёб на территории России, напитавшийся пропагандой с телеэкранов российского телевидения.